Всем привет, у микрофона Стереотип. EA уже начали выпускать SBC-карты. Я их не мог не собрать. Сегодня в составе у меня сразу 3 SBC-карты. И все они в основном составе. Все на 10 сыгранности. Это Карим Бензема, это Самюэль Умтити и Калиду Кулибали. Помимо их троих, еще будет интересно очень посмотреть на Камавингу, которого я бы выбивал в заданиях. И посмотрим, если он апнется, тоже будет, думаю, интересная карта. Красный Сандро Тонали, который мне выбил буквально час назад в пиках. Очень даже неплохая карта, 82 пейс. Протестим его. В составе я залинковал вот так вот. На ЛЗ поставил Хорди Альбу для Линка и для Умтити. Мачис. Просто он был у меня в клубе, быстренький. Посмотрим на него. Сюда я поставил Златана Ибрагимовича. Если будет все очень плохо, выйдет Андерсон Талиска. И я думаю поправить ситуацию. Сулеймана, серебряный информ, серебряный бист, бесплатный. Он тоже обязательно выйдет. Сумасшедшие статы, как для серебра. В общем, посмотрим, на что способна эта команда. Играть будем в третьем дивизионе. Попробуем выйти во второй, сыграем пару-тройку матчей. И посмотрим, на что эти ребята способны. Так, нашелся наш соперник. Посмотрим его состав. Так, ага. Французы. Каримушка тоже. Мане. Дембеле. Сильный-сильный состав довольно-таки. Будет очень тяжело. Так. Погнали. Погнали сразу же с первых минут. Так, Умтити. Умтити. Умтити, хорошо, Умтити первый отбор Тонали. А ну-ка. Кьеза на Дюмфриса, Дюмфрис, Дюмфрис, Дюмфрис. Ставит корпус. Бензема! Бензема в удар, первый гол. Отличное завершение Карима Бензема. И он забивает, забивает первый гол в сегодняшнем видео. Камавинга. Никто не вступает в отбор. А ну, Умтити. Умтити против Марсиаля. Умтити! Три из трех пока Умтити. Карим Бензема. Карим Бензема на Мачеса. Мачес. Мачес. Спокойно под себя. Камавинга. А ну, Камавинга, что по передачам? Камавинга! Какая передача от Камавинги? Ёханый бабай! И Златан не забивает! Как? Как Златан тут не забил? Так, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, проверим лонгшоты. Удар неплохо так летело, но в ТФ я не попал. Ой-ой, это Мане, это очень опасно может быть. Так, Мане, Манешечка. О, Умтити, 4 из 4 уже. Ну просто я вот считаю его отборы. 4жды он, уже 4 полезных действия он сделал. Умтити, Бензему он спокойно даже отпихивает у соперника. Красавчик Умтити. Классно прочитал Хорди Альба. И Мачис, Мачис. Пушка от Карима. Какая же пушка от Карима Бензема. Я пока в восторге от него. Все, первый тайм, отлично. Пока что Карим Бензема это, ну, 10 из 10. Также вообще ничего не дали создать с этой обороной. Мы играем в третьем дивизионе, на втором ранге, между прочим. Пока что без шансов для соперника. Так, я предлагаю сделать заменки. Я хочу попробовать очень Сулейману. Вместо Мачеса выпустим. И давайте выпустим Клюверта тоже для небольшого обзорчика. Клюверт и Талиска. Пусть выйдет Талиска вместо Ибрагимовича. Таких вот 3 заменки сразу сделаем. Дадим время всем поиграть. Перехватил. Так, хил ту хил. Сулеймана. Сулеймана. Он остается с мячом Сулеймана. 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 Смотрите, как он возит просто. И Камавинга. Удар. Бензема, хэтрик. Да, нету офсайда, 3-0. Хэтрик Карима Бенземы.
Это тоже умение форварда оказаться там, где надо. Да, он забил в пустые, но 3-0. Хет-трик Бенземы. И как же Сулеймана накрутил. Вы вообще видели? Так, Кулибали. В ближку. Майрет, конечно, прошил. У него Бензема, видите, тоже забил с левой. У меня Майрет на воротах все-таки. Я, кстати, двигал этот угол его, но... Не успел. Ничего страшного, так. Так, и какая комбинация. И Кулибали. Кулибали. Каледу Кулибали. А ну, посмотрим его пейс. Пейс Кулибали. Смотрите, он бежит. Он, у него бег похож очень на бег Эрлинга Холланда. Альбом вот такую длинную передачку. Сулеймана. Боже, какой же он техничный. Вы даже не представляете. Блин, если вы его не выбили, успейте. По-моему, еще есть время. Это просто бестяра. Посмотрите, как он прокидывает мяч. Просто на заменку, чтобы выйти вам. О, не успел я. Это Навас у него мяч отобрал. И сразу контратака. И сразу контратака. Кулибали. Ну, гений. Ему хватает, реально хватает скорости. Кулибали. Как же он бегает. Камавинга. Карим. 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 Кенде его оттеснил сейчас. Возможно, скорости не хватило. О, какое закидание. Удар Бенземы. Майрет. Хороший, он далеко бросать, по-моему, умеет, да? А ну, ну... Покажите нам, что здесь! Мы же не видим, а теперь видим! Аршавин побежал забивать покер! Если он забьет! Карим Бензема, покер в первом же матче. 4 гола. 4! Отлично. 3 удара у соперника. Ну, это отлично отыграла оборона, я считаю. При том, что там вратарь слабый. Так, мы продвигаемся дальше. Вот третий дивизион, я никого не обманываю. Плюс один матч. Еще 3 надо выигрывать. Подниматься к первому рангу третьего дивизиона. Там уже выше и выше. Так. Погнали, сыграем второй матч. Этими пистами. Сулеймана контракт. Конечно же, даю. Нашелся наш второй соперник. Смотрим состав. Так, ПСЖ защита. Кейн, Моура. Интересно, таки довольно собрал. Гомес, Караско. Ну, неплохой гибрид. Любит тяжелых форвардов, наверное. Так, погнали. Защитный. Карим. 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 Боже, как накрутил Карим. Я не смог пробить. Карим. Карим, как? Как сейчас засейвил вратарь? Как же Карим Бензема навозил сейчас? Это просто фантастика. Федерико Кьеза. Так, ракета. И сюда, на Карима. Карим, Карим. Ибрагимович, Карим Бензема, Карим Бензема. Карим Бензема, Карим Бензема. Просто посмотрите, что он делает с Рамосом. Нельзя так с Рамосом поступать. Удар. Добивание. Не было офсайда. Не было офсайда. 1-0. Просто что творит Бензема? Что творит Карим Бензема? Ну, вратари тут, как обычно, в этой игре. Хорди Альба. Думфрис. Тонали. Ибра. Так, Ибра. Златан. Ой, Златан, господи. Карим Бензема сейчас с мячом. Посмотрим, что он сможет сейчас здесь придумать. Обстучались. Ибра выводит. Какой момент, господи! Как же гениально это сейчас было сыграно. Так, Бензема. Златан Ибрахимович. Не дали атаку довести до конца. Ну ничего, 1-0 всего лишь. 0, опять 0 моментов таким. Так, мне надо срочно выходить как минимум во второй дивизион. 0. Просто 0 моментов у соперника в первом тайме. Нельзя терять концентрацию. Нельзя. Так, Умтити, умница. Почему лаги начались при отборах? Я не знаю, напишите в комментариях, может у кого-то есть еще такие лаги при отборах.
Я просто слышал, что это не впервые такое. Смотрите, что это. Именно в начале второго тайма очень часто бывает. Это я ошибся. Классно. Спасибо за лаги. Спасибо. А вот и Кулибали. А вот и Кулибали. Вот и Калиду Кулибали. Сулеймана. Как же, это он явно что-то поменял. Он очень легко проходит. Кулибали, умница. Умтити, умтити, жесткий пас. Отличный, проходит жесткий пас. Круто проходит. Сулеймана на скорости. На скорости Сулеймана. Сулеймана. Сулеймана на отмене ракеты. Ой, отмене Бербаспина. И тут Тиль. Талиска, хорошо. В зеленый ТФ должен был сразу забивать. Почему сразу мяч не залетает в ворота? Убойная позиция. Тут отскок вполне заслужен. В принципе, заслужен. Мы заслужили забить давным-давно. Так, Умтити. Проверим пейс. Проверим пейс. Умтити. 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 Отобрал. Отскочил от него. Ну, Умтити добрался до мяча. Смог. Кулибали. Тонали. Умницы. Просто умницы. А ну, вот такой вот заброс фирменный. Фирменный заброс. И Талиска. 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 Просто в ближний бей. Блять, штанга. Заебали. Талиска. Я вообще не ожидал, что он уберет мяч. Что я сделал? Кто-то офсайд. Блять, что я сделал? Так, надо держаться, надо держаться. Надо не отпускать победку. Ой, Дюмфрису не хватит скорости. Я ему не дал стиль сыгранности. Дюмфрис! О, боже, какой же гений. Так. Талиска. На Дюмфриса. Дюмфрис. Дюмфрис. Да ёб твереса ты. Дай ты же. Все, 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 спокойно. Проведем последнюю атаку. Не проведем. 2-1, победа. Заслуженная, я считаю. Да, забил 2 гола с добивания, но сколько моментов он меня просто не забивал 100%. Ну, посмотрите. 13-2. В прошлом матче было 13-3. Третий дивизион. Ну просто, как же Бензема возил. Я в шоке просто. Это гениальный игрок. Что мы пропустили? Я не понял, кто тут ошибся. Кулибали бежал, бежал. Ну, Альба не допрыгнул. Ну и Кулибали тут мог, наверное, не дать подать. Жестче сыграть. Дальше гол Талиски. Тоже отлично разыграли. Тут зеленый ТФ. В общем, так. Так, 2 победы осталось до первого ранга. Ну что же, подведем итог по нашим картам. Начнем с Карима Бензема. Карима Бензема я однозначно рекомендую к сборке. Это крутая, сильная карта, особенно на данном этапе игры. Он много забивает, он хорошо пасует, он уникальный игрок, он хорошо крутится. Возможно, где-то не хватает пейса ему в каких-то моментах. Но я считаю, что эта карта, ну, один из лучших форвардов на данный момент в игре. Стоит он недорого, вот цены на ваших экранах. Поэтому собирайте, он круто линкуется. Эта карточка однозначно к сборке. Ставлю ему 9 из 10 баллов. По поводу Калиду Кулибали. Кулибали также очень-очень крутая карта. Стоимость его чуть выше даже, чем у Карима Бензема. Но это также один из лучших центральных защитников в игре на данный момент. Единственная его проблема — это тяжело линковать. Поэтому я поставлю ему оценку 8 из 10. Но если вы можете докупить Кордобу условного, то он вас очень-очень легко залинкуется. Это крутая карта к сборке, я его рекомендую, но если можете залинковать. По Самюэлю Умтити. Говорю сразу, просто соберите. Стоит он сущие копейки, 80, в среднем 80 тысяч монет. Вы его сможете залинковать в любой состав. Через Менди, через Альбу, через Терштегена, Де Йонга. На Канте можно выйти, на любую лигу. Он француз, он из крутой лиги, он круто линкуется. Он в любой состав практически зайдет вам.
однозначно к сборке, играл он круто. Это крутая тоже карта. На данном этапе игры он у вас до зимы будет тащить невероятно. Однозначно рекомендую, я ему тоже поставлю 9 из 10. Это однозначно к сборке карта. Однозначно. В общем, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Сейчас каждый лайк на весу золота. Я слежу за каждым подписанным человеком. Это очень-очень важно для меня. Я пока только начинаю. Возможно, и все не так настолько качественно, как хотелось бы. Но я буду стараться, буду учиться. Подписывайтесь, будет много чего интересного. Буду часто стримить. Буду чаще делать видео. В общем, будет все интересно. Будем идти к успеху вместе. Все, всем спасибо, всем пока.